думаю, що кожного з них пройшли дуже великі події в житті, адже це 35 років тому. І якщо кожен із них зараз назве, де вони, що вони, і ким працюють, то це й будуть ті перші смі перевірки після школи. Спасибо. Второй вопрос. Встречаетесь ли вы со школьными друзьями? Отвечаем за вас. А сбылись ли ваши мечты? Ну, конечно, куда же они делись? Отлично. Спасибо вам, ребята. Помните, что вы у нас первые, и мы очень гордимся вами. Подожди, мы забыли спросить еще один вопрос. Что бы вы пожелали современным ученикам? Быть понастойчивее. Все-таки сказать пару слов о том, что нашему выпуску было все-таки, наверное, сложнее всего. Сложнее всего почему? Потому что у нас не было того времени на раскачку, которое было у всех остальных классов, которые тогда пришли. У нас был всего лишь навсего один учебный год. И мы должны были успеть все за этот учебный год. Мы должны были успеть сдружиться, потому что мы все приехали из разных школ бывшего Советского Союза. Мы должны были помочь нашей школе открыть вторую часть школы, как Майя Петровна говорила, что вторая часть школы была еще не открыта. Это были субботники, где мы так ходили, собирали мебель, мыли классы. Мы должны были посадить березовую рощу, которую вот показывают, где деревья уже выше школы. Ну и не забывать учиться. Да, может быть, мы не все прочитали поднятую целину. Может быть, мы не все выучили какие-то законы физики. Алла Тимофеевна где-то сидит в зале, она любила говорить. Вот, если кто-то начинал путаться возле доски, она говорит, ну вот, как всегда, говорит, сам придумал, сам выучил. Мы это очень хорошо запомнили. Юлия Ивановна, алгебра, геометрия, мы шли к вам на уроки с дрожащими коленками. Ну, может быть, кто-то и не шел с дрожащими коленками. Но вы знаете, что-то, может быть, мы не доучили. Но самый главный урок, который мы усвоили, проучаясь всего лишь один учебный год в этой школе, мы усвоили урок человеческих отношений. И я думаю, что он нам удался, потому что нас было немного, нас было 17 человек. Закончила 23, да, но тем не менее мы научились в этой школе искренне радоваться успехам друг друга. Мы научились радоваться успехам наших детей, теперь уже радуемся успехам наших внукам. И поэтому я думаю, что нашим учителям не приходится за нас краснеть. Наш первый выпуск, все твердо стоят на ногах и желают нашей школе и нашим преподавателям самое главное крепкого здоровья, потому что 9/10 человеческого счастья все-таки зависит от здоровья. Чтобы все-таки было и материальное благополучие, потому что оно тоже не самое последнее в нашей жизни. Ну и всех благ вам. Мы вас всех любим.